Останови. Это Бауэр. Подтверждаю, вижу цель. По возможности берите его живым. Вы знаете, на что он способен. Объект в зоне видимости. Джек Бауэр, предатель и психопат. Он убил двух русских дипломатов. Руки за голову, на колени. Я знаю, что ты спас много людей, и что страна в долгу перед тобой. Но они видят лишь оступившегося человека, который мучил и убивал людей за гранью закона и совести. Человека, которого страна заклеймила как преступника. Террориста. Спустя все эти годы он объявился в Лондоне, когда здесь президент Хеллер. Мы считаем, он хочет напасть на президента. Поступил приказ по результатам допроса перевести тебя в особое отделение. Ты лучше всех знаешь, что там с тобой сделают. Пропусти меня. Сейчас же! Брось оружие. Вроде ты умнее остальных. Скажу тебе лишь раз. Я пытаюсь предотвратить теракт, так что не стой у меня на пути. Это было глупо. Джек, полезай! Бауэр! Намечается теракт с покушением на убийство президента. Он набирает обороты в вашей организации. Беспилотники. Готовится полномасштабное наступление. Все куда серьезнее. Это не просто покушение. Они хотят начать мировую войну. У всех есть слабые места, мы найдем их у него. Она живет ради этого, она больше никогда не услышит имя Джека Бауэра. Бауэр сбежал. Приведите его сюда. Зачем ты это делаешь, Джек? Думаешь, что если предотвратишь теракт, тебе все простят? Обратной дороги нет. Ты знаешь, кто я. Поднимешь тревогу, и ты труп.